Здравствуйте, друзья! С вами Феликс. Это первое видео в наступившем году, и поэтому позвольте поздравить всех вас с Новым годом, с Рождеством прошедшим. Пожелать всем здоровья, счастья, успехов, просто удачи, как в этом году, так и в следующих за ним. Итак, это будет обзор. Начну с проектора Traffic Adpack, который, вот, пожалуйста, выглядит вот так на сегодняшний день. Если помните, это проект, который работал с PayPal и Paizo. Вчера было сообщение от админа, что PayPal окончательно им отказал в возобновлении работы с этим сайтом. И уже на следующий день, сегодня мы видим вот эту картину. Поэтому, во-первых, никогда, опять же, я не вкладываю в те сайты, которые хоть как-то себя пока еще не проявили. И вам не советую, если там относиться к ним как к хайпам, в которых можно за месяц-два свое отбить и что-то поиметь в прибыли, это уже сугубо дело каждого. Я лично так не поступаю. После всесторонней всевозможной проверки только вкладываю сам и могу посоветовать, всего лишь посоветовать вам, дорогие зрители моего канала. Итак, этот сайт, этот проект Traffic Adpack закрываем. О нем можно забыть. Следующие несколько сайтов — это сайты, которые я использую только в рекламных целях, хотя на них можно и заработать небольшую копейку, но как заработок он не столь существенный. Это все тот же EasyHit4You. Кто еще на нем не зарегистрирован, не участвует в этом сайте, присмотритесь, очень хорошая рекламная площадка, и у меня на ней неплохие результаты. Если нужны подробности, можете посмотреть про этот сайт. У меня есть несколько роликов на канале. Другой сайт, который, опять же, в рекламных целях, потому что он тут давал бонусные баннерные показы, кредиты давал, пакет давал. Сейчас не знаю, есть это или нету, но в любом случае те мои партнеры, которые уже зарегистрированы здесь, опять же, ребята и девчата, сюда вкладывать не надо. Он какой-то, этот сайт непонятный, лично для меня он непонятный. Поэтому здесь только перепокупка пакетов, на них получаем кредиты и выставляем свои другие проекты, в которые вы хотите приглашать людей, выставляйте на рекламу, трафик будет, будут партнеры. Итак, этот сайт Advertiser.Junction тоже закрываем. Следующий проект — Traffic Wages. Он как был неживой, еле дышал, так и остается. Даже не знаю, вот честно вам скажу, не знаю, что с ним делать. Или сразу его откинуть, или посмотреть, что с ним будет. Ну смотрите, последние лучшие заработки в течение за прошедшие сутки, да? Лучший заработок 1 цент. На 10 месте 0,0 центов. Ну не знаю, что с этим сайтом. Хотя тут и платежки все нормальные. И людей немало, 12 с лишним тысяч. Ну, не знаю, непонятный сайт. Ни рыба, ни мясо, что называется. Решайте с ним сами, что тут делать. Оставаться, смотреть, присматривать. Ну, в принципе, пить есть не просит. Пусть стоит, остается. Посмотрим, что с ним будет дальше. Его тоже закрываем. Следующий проект — рекламно-инвестиционный. Он надежный, на мой взгляд, по всем показателям. Прошел две подряд проверки PayPal и
PayPal одобрен. Две подряд проверки. Это говорит о том, что у них все нормально, у них и маркетинг не завышенный, не хайповский, и все показатели соответствуют требованиям PayPal. А это значит, что он довольно-таки надежный. Я здесь купил один пакет числа 5, по-моему, но у меня же тоже были праздники. Да, вот 5 числа, сегодня у нас 8, 8 января. За 3 дня 2 доллара, ну, третий день еще не закончен, ну, 10 центов. Это получается где-то в районе 5% за 3 неполных дня. То есть они выдерживают тоже 2-долларовый пакет, у них 15% прибыльности. Но главное, темп тут нормальный. Сам процент низкий, но быстренько приходят деньги. Есть клики денежные, вот о чем говорилось. Вот это денежные клики, и те, кто заплатили вот за эти клики, с этих доходов с нами делятся. Есть тут баннерные кредиты, но опять же, после покупки пакета, вот у меня можно и сайт в серфинг давать, можно баннеры выставить, можно текстовые объявления выставлять. Но я пока тут ничего этого не делал, потому что, ну, где-то ориентировочно до конца января месяца будет видно, с каким сайтом окончательно, с каким проектом, что и как. И только после этого можно приглашать в тот или иной проект. Поэтому сейчас, честно говоря, у меня приглашений почти никуда нету. Все старые вот рекламные объявления остаются, а новых пока что не давал. Ну, сайт по моим оценкам очень надежный, по моим оценкам. И его тоже закрываем. В этом обзоре я не буду пробегаться по всем 5 сайтам вот этого скрипта. Мои зрители знают об этих сайтах. Те, кто первый раз видит этот обзор, посмотрите, они там, их легко найти. Но я выставлю вот здесь, выноску сделаю, и кому интересно, посмотрит про все про них. Единственное, вот почему я выбрал Rocket Refresher, потому что последний вывод был с этого сайта, из этих 5, ну, с одного из них выводы я не делаю, не вложил и не вывожу. И как смотрю, в моей команде тоже никто этого не делает. Ну и правильно, не надо вот этот от кумула, там не надо вкладывать деньги. Вот, пожалуйста, смотрите, 28 декабря поставлен на вывод, 30 выплачено, одна выплата в течение 2 дней, вторая выплата 4 на вывод, 6 выведено, исполнено 35 и 30 долларов. У них по регламенту 3 дня, 3 рабочих дня, выходные не считаем. Ну, они обе выплаты осуществили в течение 2 суток, причем вот, если посмотреть на время, буквально, ну, минута в минуту у них получается двое суток. Вот смотрите, 15:11:35, 15:00:48, и точно так же здесь. Видать, у них сейчас это все на автомате, хотя они и просят трое суток на вывод. Сайты работают, вот эта пятерка, это четверка. И сейчас у меня вот здесь в районе 18 с чем-то на вывод есть. Ну, пока что они работают нормально. Здесь опять же присутствует PayPal. Опять же, это означает, что постоянные проверки, просмотры этого сайта со стороны этой платежной системы. Так что какая-то доля уверенности, что сайты нормальные, тоже присутствует. Тем более по выплатам мы сами видели. В какие из этих проектов, сколько вкладывать или не вкладывать средства, это решать каждому из вас, уважаемые друзья. По этой
четверки сайтов. У меня будет отдельно еще один обзор, если не сегодня, то завтра, потому что есть определенные новшества, которые в лучшую сторону. Можно будет быстрее оборачивать средства. О них я расскажу в отдельном ролике, чтобы все это не было, ну, не там, где нужно. Итак, на этом свой первый обзор заканчиваю. И сразу после него начну снимать обзор проекта InfiniEye, о котором я говорил с вами. И основной акцент в этом наступившем году у меня будет именно на этот проект, на эту платформу. Это просто платформа торговая, которую я, надеюсь, с вами буду развивать в этом году. На этом все. Всем удачи, всем пока. Еще раз всех вас с Новым годом и Рождеством. С вами был Феликс.